Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый зимний сезон, который продлится с 5 по 12 декабря. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете новый автомобиль ATS GT, а за прохождение на 80% McLaren 12C. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете Aventador 2012 года, а за прохождение на 80% Ferrari 250 TR. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня «Непобедимый» в командном автокроссе в Beachview вы получаете лыжную шапку. За первое место в чемпионате зимних игр вы получаете Chevrolet ZR2. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в уличной гонке «Новый город» Эдинбурга вы получаете Jeep Cherokee 2014 года. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в кольцевом автокроссе в карьере вы получаете Ford F-150 DD. И за первое место против драйватаров уровня «Опытный» в спринте у водохранилища Derwent вы получаете McLaren 720S Spider. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам о новых сезонных выходках. Первая выходка называется «Участок у деревни Бродвей». Это скоростной участок, в котором вам необходимо удерживать скорость 265,5 км в час. Так как дорога не заметена снегом, здесь подойдет любой быстрый и управляемый автомобиль. Я прошел это испытание на Koenigsegg CCX 6 года. Следующая выходка называется Nordbridge. Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать скорость 290 км в час. Здесь вам понадобится уже более управляемый автомобиль. Ну а я по традиции прошел это испытание на Rally Fighter. Следующая выходка называется «Древнеримские развалины». Это знак опасно, в котором вам необходимо прыгнуть на неопределенное количество метров. Здесь вам понадобится тоже что-то крайне управляемое. Главное не зацепить дом при подъезде. Ну а я прошел эту выходку на Ford RS200. С сезонными испытаниями все, теперь расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Красотка для богатых». Для его выполнения вам понадобится Chevrolet Camaro Supersport 69 года. И все, что от вас потребуется, просто выйти из гаража. Следующее испытание называется «Рык мотора». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику скорость 20 раз. Ну а для выполнения техники вам необходимо разогнать свой автомобиль до максимальной скорости. Следующее испытание называется «Повезет ли тебе, подонок?». Для его выполнения вам понадобятся заезды дрэкстрипа. Но потребуется от вас победить в трех заездах дрэкстрипа. Последнее испытание называется «Старый конь борозды не испортит». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику бок о бок 5 раз. Но выполняется эта техника путем обгона соперника в гонке. С испытаниями все, теперь я расскажу вам о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить 3 шмотки. Это эпические усы Санты, легендарный свитер с оленями и легендарный костюм эльфа. Ну а главный приз за этот форзафон – это эпический экстремальный внедорожник Боулер 2012 года. Ну а на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!